имеем сегодня большую честь поздравить вас с замечательным общероссийским праздником, Днем семьи, любви и верности. Поблагодарить вас за тот труд, который вы вложили в своих детей, в поколение. Поэтому вам такой же крепости духа, счастья, благополучия вашей семье и процветания. Для семьи Соколовых 8 июля 2020 года двойной праздник. Отмечают и День семьи, любви и верности, и рождение внучки Елизаветы. За сохранение крепости семейных устоев супруги получают награды из рук главы администрации Чкаловского района, сотрудников ЗАГС и соцзащиты. В этом году у пары юбилей – 50 лет совместной жизни в браке. Как говорят, секрет крепких отношений прост. В терпении, в терпеливом отношении друг к другу, в семье всякое бывает, вы знаете. Главное – доверие. Любить, доверять друг другу. Вот. Главное – любовь. Семен и Лидия Соколовы познакомились в Якутске. Лидию туда направили работать после учебы, а Семен там жил. Познакомились на дне рождения друга и больше не расставались. На родину Лидии Николаевны в Чкаловск семья переехала в 1985 году. Здесь жена работала воспитателем, а муж трудился на оборонном заводе, затем в учреждениях образования. Уют в доме всегда создавали вместе. Скажите, бывало ли такое, что хотелось прибить друг друга сковородками или еще чем-то? Да. Кастрюлей было один раз. Сейчас Соколовы ведут хозяйство и принимают гостей, а их достаточно. Двое детей и уже два внука. Не забывают и историю семьи, ведут родословную и чтут память предков. Вот даже написано «Вместе 78 лет». Это вот мама с папой, вот тут благодатная свадьба. За 10 лет проведения праздника общественные награды получили 12 семей из Чкаловска, со всей Нижегородской области 600. Дарья Кульбакина и Максим Веселов. Время новостей.